Так, как говорится, все надо испытать на себе. А на себе испытывать автомобиль я уже устал. Давайте своих родственников напрягать. Ну, родственники у меня захотели купить замечательный автомобиль. Какой замечательный? Ну, такой, чтобы небольшой, компактный, достаточно мощный, вместительный. И при этом, как всегда, за копейки. Такой работник комбината не мечтает купить что-нибудь за копейки. Или не с перечиванием с комбината. Ну, сейчас уже время другое, а вот купить за копейки можно. Для этого необходимо приехать на Ленина 18 к нашим друзьям в Тояма Авто и вот купить себе такой автомобиль. О конкретной цене будет говорить уже мой братишка, соответственно, я расскажу про автомобиль. Автомобиль, ну, самый компактный из Toyota Vitz. А за такую цену вы автомобиль в городе с таким пробегом, с двумя подушками безопасности на автомате не найдете. Я, конечно, сделал все, что мог, для того, чтобы активно вы покупали и китайские автомобили, в том числе джипы и малолитражки. Но если у вас нет таких автомобилей, а есть желание, ну, купить что-то на порядок выше, то надо в Тояму Авто ехать. Поставим следующие перед ними задачи. А эта конкретная задача была реализована в течение недели, потому что, ну, денежки горели, вы знаете, когда сильно хочется, а тем более, ну, брат у меня телец, то это я телец, а брат у меня авен. Ну так вот, ему захотелось, мы быстренько подобрали автомобиль, я сам лично ждал его с нетерпением, думал, ну как вот получится. Получилось замечательно. Двигатель литр, при этом 70 лошадиных сил. Во, ВВТ-айный движок, что еще надо? Клиренса достаточно, а свеса-то и нету. Место для 5 человек за глаза. Ну, багажник немножко мало, то есть малолитражка, что вы с нее хотите, минимальными расходами бензина. Но здесь есть и кондиционер, и все. А что-то рядом стоящее в городе, это 245, что-то новое. А зачем новое покупать, потому что сколько новых машин понабилось. А вот даже если здесь коробка блызнется, ну не дай бог, конечно, ну где-то всего-то какие-то 7 тысяч рублей. А детали кузовные и пары есть в наличии. Так что соображайте, правый руль-то так вот сильно, надо все-таки поверить вам. Так почему выбор пал на вот такой автомобиль? Ну этот автомобиль внешне компактный, для города это оптимальный вариант. Сколько съел до Банова и обратно? Ну, последняя поездка, если идти сильно не гнать, то в пределах 70-80 км в час. В расход около 3 км, включая кондиционер. И сколько такая прелесть стоит? На базаре 245, а ты почем приобрел? Ну, я взял за 195, не знаю как на базаре. Ну, по-моему, мне кажется, лучше заказывать.